Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу вам рассказать про танк, который вас ждет в ветке шведских СТ, если вы все-таки отважитесь скачать эту ветку. Поскольку на 9 уровне вас ждет не то чтобы кактус, а просто танк, на котором неприятно в принципе играть вообще всегда. Давайте начнем с плюсов этого танчика, а они у него есть. В первую очередь это броня. Броня действительно что-то отбивает. Но сказать, что это какой-то танк, который стабильно всегда танкует, это не так. Это танк, который может от рельефа там половить рикошетики. В клинче против каких-нибудь ЛТшек или батов этот танк действительно может потанковать. И если вы еще и подопрете врага, он никогда в жизни вас не успеет объехать. Таким образом, вы просто бесплатно можете убивать при удобном случае батиков 9 уровня, ЛТшечек там и так далее. Но сказать, что этот танк действительно с броней, прям на 100% такого сказать нельзя, поскольку иногда он перестает танковать. Какие-нибудь 54-ки на кумулях просто каждым выстрелом будут пробивать. Зато если в вас будет стрелять бат на подкалиберах или ЛТшка каким-нибудь дерьмом, то эти танки будут танковаться на ура. Если, конечно, вы не будете стоять к ним жопой. Что касаемо пневмоподвески, она здесь действительно уродская. Медленно поднимается, медленно опускается. Очень часто вы будете не успевать стрелять по врагам. И действительно, эта механика пневмогидра, короче, помойка, она тупо мешает играть. Если вы где-то на средней дальней дистанции станете и будете от рельефика там выкатываться стрелять, в принципе, вы будете что-то успевать. Но вблизи активно играть будет крайне невероятно тяжело, неудобно, неприятно, поскольку это поднимание и опускание своей жопы занимает довольно-таки много времени, и у меня очень часто просто не хватало времени, чтобы добить шотного врага, а союзники добивали быстрее, и только потом где-то секунд через 5 моя жопа куда-то там поднималась, опускалась, и прицел доставал до врага. Но враг уже сдох давным-давно, пока я там дрочился со своей гидропневмомусоркой. Поэтому эта механика только мешает играть. Если бы тут были просто хорошие УВН без этой гидропневмомусорки, было бы намного приятнее. А действительно, эта механика здесь вообще не нужна, поскольку мало того, что неудобно, так еще и пушка очень плохая. Это одна из худших пушек, которые я вообще когда-либо видел, слышал и стрелял на 9 уровне, потому что это просто жесть. Стабилизации нет, точность какая-то муторная, снаряды летят туда, куда хотят. Пробитие, в принципе, основным снарядом средненько, 230 с хвостиком, голдой 260 с хвостиком. И на 9 уровне здесь пробитие голдой, как у остальных танков, у многих пробитие обычным снарядом. И это уже никого не удивляет, какое-то там пробитие 230, это уже и на 8 уровне обычное пробитие. А здесь на 9, ну это хрень полная. Тем более это подкалиберы, которые летят 1150 там, или сколько-то столько скорость полета снаряда. Это не особо-то и быстрые подкалиберы, это обычная средняя скорость. Плюс добавляем сюда обычное среднее пробитие, плюс оно кривое. Вот мы и получаем, что стрельба здесь самая отвратительная, которую я вообще видел на 9 уровне. У меня даже на кривых тяжах точность попадания выше, чем на этом шведском СТ 9 левела. И УДИС 16 действительно по стрельбе просто мусор. Да, альфа 390, но ты попробуй ее реализуй. Стрелять мне вообще не понравилось, и этот танк мне не понравился. Даже не потому, что у него есть гидропневмоподвеска, которая мне не нравится, а просто потому, что у него еще и пушка конченая. Пушка мне нравится еще меньше, чем сама подвеска. И я на нем сыграл, наверное, ну пару боев, где действительно пушка наносила урон, а все остальные бои... Половина снарядов минимум улетала непонятно куда. И у меня на нем процент попадания что-то там 60 с хвостиком. Это самый плохой процент попадания у меня на 9 уровне. Хуже просто фиг найдешь. Разве что может быть на арте хуже. И то не факт. Вот такой вот танчик замечательный вас ждет. Поэтому на мой взгляд, если вам так сильно десятки не нужны, то лучше оставить эту ветку на 8 уровне. Там в принципе пушка не такая отвратительная. Танчик ватный с маскировкой в кустиках, поиграть как ПТ. Если вы любите ПТшки, то лучше остаться на этой ветке на 8 уровне. Но если вам нужна десятка, вам придется страдать через этот кусок, либо кучу бабла закидывать в игру. Вот такие пироги.
С вами был Варчик, играть красиво, пока. Thank you.